Обучение безопасному поведению школьников на дорогах является неотъемлемой частью воспитательной работы образовательных учреждений. В связи с этим практически во всех учреждениях города систематически проводятся конкурсы по правилам дорожного движения. Так, в 12-й школе города с учащимися 2 класса был проведен классный час с приглашением инспектора ГИБДД. Муха, муха, цыка, цыка, позолоченная брума. Муха пошуша, пошла, муха денежку нашла. Ваша муха сколько такая, что мы хотели недавно и купила нас. Кто забыл велосипед? Я по улице качу, словно птица я лечу. Словно птица я, не хочу, куда хочу, не нужны мне светофоры, знаки тоже не нужны, ведь машины не злобаю, обижать не должны, а лодки пускай мигают, меня не идиотит, пусть меня все пропускают, а не то снесу и всех, приходить стаканы, все-все-все вас покачу. Приходила к муке бабушка пчела, правила движения муки принесла, не мимо как подружись, уж потом нарисовись. В рамках классного часа учащиеся в игровой форме продемонстрировали знания безопасного поведения на дорогах, рассказали об обозначении наиболее часто встречаемых дорожных знаков. Всем машинам говорит, да всем очень строгий свет, он говорит, проезда нет, желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Он говорит, понаблюдав за выступлением школьников, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасир Тавбиев подчеркнул, что в школе должна быть развита система постоянного обучения учащихся по охране здоровья и жизни и их безопасному поведению на дорогах. Самое главное, ребята, вы должны правильно вести себя на дороге. Эти знаки тоже нужно учить, знать, но больше всего вам необходимо правильно переходить дорогу, потому что сегодняшний день очень много транспорта на дороге и переходить тяжело, потому что машины быстро едут. Нужно перейти дорогу на пешеходном переходе. И там, конечно, надо быть внимательным. Также Тавбиев напомнил о правилах передвижения в темное время суток, отметив наличие в первую очередь на верхней одежде светоотражающих стикеров, чтобы водитель смог заранее увидеть пешехода. Смайлики вас, конечно, не спасает, если вы сами не будете себя беречь. Они просто обозначают вас на дороге, чтобы вас видели водители. Когда свет попадает, он отражает, и водитель видит пешеход. Поэтому они желательно, чтобы они не то что на портфеле, и чтобы на одежде были. У кого темная куртка или темная одежда, чтобы на них были светоотражающие элементы. Что касается поведения на дорогах в зимнее время, то здесь важно быть предельно осторожными, так как передвижение осложняется снегом и гололедом. Ни в коем случае нельзя цепляться за автотранспорт, так как это может привести к дорожно-транспортному происшествию, отметил в завершении своего выступления Абдулнасир Тавбиев. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».